23 миллиона контрабандных сигарет уничтожили одесские налоговики в рамках борьбы с незаконным оборотом табачных изделий. Это только первая часть, изъятой в ходе спецоперации партии на общую сумму более 30 миллионов гривен. Налоговая милиция вместе с британскими коллегами разоблачила один из каналов незаконной поставки сигарет в Западную Европу транзитом через Украину. Дані сигарети прибули в Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів. Згідно документів, вилучені тютюнові вироби прибули з Узбекистану. Однак їх компанії заперечують своє відношення до даних тютюнових виробів. Фактично, більша частина зазначених сигарет мала бути перевезена до західних кордонів України та з використанням тютюнових схем перевезена до країн Європи. Часть сигарет планировали реализовать в Украине. Интересно, что после пересечения границы с ЕС стоимость партии уже могла достичь цены в более 200 миллионов гривен. Уничтожить контрабанду поручили специализированному предприятию «Утильвторпром» в районе промзоны неподалеку от Теплодара. Производство оснащено отечественной установкой УТ-3000ДП. Она оснащена шестью дизельными горелками с нагнетанием воздуха, плюс дополнительная камера сжигания отходящих газов и система очистки воздуха. Значит, производительность нашей установки до 750 кг в час в зависимости от калорийности отходов. Загрузка отходов производится в полуавтоматическом режиме. С первой частью контрабандной партии, это 28,5 тонн, специалисты пообещали справиться за неделю. Ожидают поставки остальной табачной продукции.